как же так получилось, что ты в моем авто вся такая милая? Руки под пальто, а потом пониже, мы все равно с тобой самые бесстыжие. А пока другие ловят обиженку, я украл ту самую с торта вишенку. И пускай соседи кричат потише нам, страсти между нами уже завышены. Мы едем до моего дома, но так было не всегда. Раскайфованные братья кричат мне, что ты беда. Раз такое дело, то я согласен с вами, братва. Ну и пусть она беда, я хочу ее всегда, да. Не оставляй меня, прошу. Не покидай мой сон, не прекращай молитву. Я на бумаге напишу все, что нам этой ночью приснится. Зачем разбили зеркала, ла-ла-ла-ла, что хранят отражения? Это она меня вела по осколкам моих достижений. Весь дом без повода, без вывода, без довода. Читал микро без провода, особый дар мил. Я никому себя не навязывал, никого к себе не привязывал. По рукам и ногам не связывал, жил как ходил. Да и кому какая разница, бай она или проказница, всерьез она или дразница, разницы нет. И где меня с ней только не было, ужинала она или обедала, но по вечернему парку бегала, плавала ли, падали или поднимались. Мы не боялись, не волновались мы, и с тобой земли не касались мы в середине весны. Так почему же мы тонем в ложе на этой стуже? Холодный ужин, хорош уже, хорош уже, хорош уже, хорош уже. Не оставляй меня, прошу. Не покидай мой сон, не прекращай молитву. Я на бумаге напишу все, что нам этой ночью приснится. Зачем разбили зеркала, ла-ла-ла-ла, что хранят отражения? Это она меня вела по осколкам моих достижений. Не покидай мой сон, не прекращай молитву. Все, что нам этой ночью приснится. Осколком моих достижений.